Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас крутейшая игра, которая называется... Не разбей лед. Да, не разбей лед. От Cutie Games. Вот такая у нас игра. Полярный медведь стоит на льду, а мы со Степашей должны выбивать эти льдинки так, чтобы не упал наш медведь. У кого он упадет? Тот проиграл. Да, Степаш? Доставай. Что у нас там есть внутри? Ого, сколько много. Так. Что это у нас там есть? Так, здесь пусто. Инструкция. Сейчас я покажу инструкцию. Вот наша инструкция. Как собирать. Наш ледовый дворец. Наши молоточки. Один зеленого, один желтого цвета. Наш полярный медведь. Будем вот так называть. Наши льдинки. Беленькие. И, конечно же, наш ледовый дворец. Все очень просто. Собирается он... Так? Да, как-то вот так. О! Оп! Оп! Так, все, мы собрали в собранном состоянии. Теперь мы должны собрать льдинки. Сейчас я открою льдинки. Так, давай. Наши льдинки. Я так понимаю, вот это у нас серединка, на которой должен стоять наш медведь. Так, это наши льдинки. И со Степашей мы будем их собирать. Вот так ты ложишь их, Степаша. И собираем. Сейчас, ребята, мы соберем и все вам покажем, ребята, как нужно играть. Мы готовы со Степашей. А вы готовы? Да. Да? Да. Ну, поехали, Степаша. Какой молоток берешь ты? Да. Желтый, да? Я беру зеленый. Ты начинаешь или я начинаю? Ты. Я? Хорошо. Тогда я. О! Хорошо, это мой. Итак, ребята, вы поняли, да? Нужно сбить все наши льдинки. И кто, у кого упадет мишка, тот проиграл. Давай, Степаша, твоя очередь. Так-так. Сейчас ты собьешь все, и он упадет. Сильнее, сильнее. Получается? Давай-давай. О, доставай аккуратненько. Так, теперь я. Один. Так. Ой. О, есть. Ну, пора. Один. Так. Хорош. Доставай. Ой. Опа. Так. Два у меня. У тебя уже два? Да. И у тебя два. И у меня два. Но мы же их не считаем. Нам надо только у кого не упадет. Так. Медвежонок. Ох, три я сбил, да? Забирай их себе. Угу. Давай, аккуратненько. Все три. Давай, твоя очередь. У меня больше. Сейчас мы посмотрим, кто проиграет. Да. Он упал. Оп. Да. Так, теперь я. Ты на меня проиграешь. Думаешь? Да. Нет. Я вот здесь попробую. Спасибо, что долго. О! Так, давай, 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 вылетай. Фу, класс, я достану. Да. Так, да. Давай, Степаша. Вот ты молодец какой. Так, где же мне так выбить? У меня больше, у тебя три. А у меня возле тебя. Потому что ты ударил. Я возле тебя. Два выбил. Два. Доставай, Степаша. Один мне, а один тебе. Ну, как хочешь. Потому так, что два давай. На раз. Сейчас мы посмотрим. Ты смотри, Степаша, так выбивай, чтобы у тебя медвежонок не упал. Так. Один тебе. Где же мне выбить? Так, а я вот здесь. Иногда даже по два получается выбивать. Оп. Но все равно он стоит, видишь? Да. Как ты думаешь, уже куда будешь... Так, о, если ты тут собьешь, упадет все. Смотри, я тебе помогу. Здесь не надо бить.
Если ты все забьешь, все будет. Тут я тебе помогу в этой партии, да. Подскажу. Где будешь сбивать? Давай. Тут. Здесь? Нет, тоже. А вот здесь можешь попробовать. О, ты две сразу, я вижу. Давай. Молодец. Так. Так, один тебе. Я думаю, я вот здесь попробую. Вот здесь. О, это тоже я две сбил. Один, так. Один мне. Я достал. Давай, Степаша, ну смотри, где ты думаешь? Как ты? Попробуй. Может, там тебе повезет. Так. Один мне. Один тебе. Теперь я. Так. Я думаю, вот здесь. У меня больше и тебя больше. Так, смотри, Степаша. О, ребята, вы смотрите, как он держится. Я думаю, что Степаша сейчас проиграет. Нет. Да? Нет, да. 100%. Вот давай, любую можешь бить. Нет. Ну, пробуй. Я, наверное, проиграю. Так, нечестно. Ну ты, я не знаю, ты с каждой игрой все лучше и лучше. Степаша, ну здесь точно уже я проиграл, потому что, как вы видите, ребята, нету шанса. Оказывается, есть. Смотри, Степаша, вот тут ты уже проиграл. Все-таки не такой ты пока еще у нас мастер, но ты заставил папу понервничать. Ну, давай. Не, все сейчас упадет. Ну, так упадет, бей, все. Папа выиграл, Степаша. А может, тебе нужно поменять молоточек на счастливый, чтобы выиграть, да? Да, я возьму зеленый. Возьмешь зеленый? Да. Тогда я беру желтый. Тоже Степаша. Отлично, поехали. Сильнее. Давай, пробуй. Эту ручку. Не, вот эту. Не получается. Так, еще чуть-чуть. Ну, давай. Получилось? Сейчас. Еще немножко. Оп, есть. О, я вижу здесь. Я его поставлю на место. Так, я начну с угла. Так, где ты, Степаша, еще будешь? Вот здесь. Ну, попробуй, где тебе будет удобно. Так, ой. Так. Вот здесь мы посмотрим, что я... А, я здесь с этого угла. Есть. Ой, подожди, Степаша. Этого. Ну, смотри, что ты... О-о-о-о-о! Завалил аж три. Так. Теперь я. Где же мне... Да, Степаша, подожди, теперь моя очередь. Так, а я вот здесь попробую. Есть. Так, ты все по два, по три, да? Уничтожаешь. Так. А я вот эти два возьму. Оп, есть. И так они бы один не выставил, два сразу. Так, Степаша, смотри, где тебе будет удобней. Давай. Ху-ху! Это уже страшно. Так, наш медвежонок находится недалеко от того, чтобы упасть. Так, я вот здесь попробую выбить. Оп, есть. Так. А ты можешь выбить вот этот, Степаша. О, молодец. Так. А я вот здесь вот эти два, наверное, возьму. Так. Давай, Степаша, выбивай. А потом достанешь. Нет. Давай, уже бей. Не, нельзя менять. Давай, бей, где бил уже. Вот твой, вот, да. Так. Молодец. Так, а где же мне попробовать? Ты меня, Степаша, озадачил. Так, а вот здесь. Оп, а ну-ка отваливайся. Есть. Два я отвалил. Так. Степаша. Как ты думаешь, где будешь бить? Здесь? Думаешь, здесь? Ну попробуй. Фу! О-о-о-о-о-о-о!
Как тебе повезло, и что мне делать? Стой, не доставай, не доставай, то сейчас он упадет. Не доставай, так, сейчас папе на очередь. Я не мой. Я чувствую, что где бы я ни ударил, я эту партию проиграл. Ну, сейчас попробуем. Степаша меня выиграл, счет 1-1. Итак, третья партия на победителя. Кто будет есть классную жевательную конфету? Третья партия на чемпиона. Кто будет есть жевательную конфету? Я. Нет, я. Я? Я. Я? Ну давай, начинай, сейчас мы посмотрим. Ты тоже начинаешь с угла, я вижу, да? Да. Ну давай. У-ху! Один кубик льда. Холодный, ты аккуратно, Степаша, а то руки можно... заморозить. Есть. Ха-ха. Так. Давай я его заберу. Ой. Есть. Давай, Степаша, твоя очередь. Так, 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 так. Холодные льдинки нужно повыбивать, чтобы Степаша проиграл и папа съел вкусную конфетку. Так. Молодец. Так, теперь я вот здесь попробую. Опа, Степаша, где ты будешь бить? Ты уверен, что ты там хочешь бить, да? Все. Ну давай, так, а я вот здесь. Потому что кто проиграет? Тот будет есть вкусные льдинки. Вернее, конфетки. Так, а я вот здесь попробую. Опа. Так, попробуй, Степаша. Ой-ой-ой, ты целую полосу снес. Так, а эта уже игра начинает быть интересная. Потому что уже все меньше и меньше льдинок. Так, давай, Степаша, я попробую выбить вот эту. Опа. Сейчас посмотрим, кто будет чемпионом. Ох, посмотри, как они все рассыпались. Так, Степаша, как ты думаешь? Все. Я выиграю или ты выиграешь? Я. Ты выиграешь? Да. Конечно, бить. Так. Нет, что бить? А что же тут бить? Я даже не знаю, что тут бить. Степаша выиграл конфету. Вот, ну, я не знаю, сколько можно мне выигрывать, Степаша. Так, приз вручается нашему Степану. Вкусняшки. Маша, тебе понравилась игра? Не разбей лед? Да. Мы сегодня со Степашей разбили много льда и, соответственно, уронили Мишку, который катается на коньках. Игра замечательная, ребята. Времяпрепровождение с этой игрой очень-очень классное. Мы со Степашей довольны. И если вам понравилось наше видео... подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. До новых встреч, ребята! Пока!